Чудесный день представляет. Так, здесь нет. Ну, трицератопс, задал ты мне задачку. Где же отыскать эту траву? Я уже далеко за пределами долины динозавров. А это что там такое? Ну-ка, ну-ка, любопытненько. Я принял решение, и сейчас вам его оглашу. Больше невозможно терпеть, и нет ни малейшего желания здесь оставаться. И мы сегодня же улетим отсюда. Что думаете? Полностью согласен с тобой, вожак. Здесь всегда темно и полно мерзких и ядовитых змей. А у меня вопрос. Куда мы полетим? Страшно в неизвестность. Нашел хорошее. Нет, просто превосходное место. Правда, оно уже занято. Но это не проблема. Освободим. Нам придется сражаться? А может, лучше поищем свободное место? Нет. Я хочу жить именно там. И вы не захотите отсюда уходить, когда увидите, как там хорошо. Потрудиться, конечно, придется, но не сильно. Там живут динозавры. Нам не составит труда справиться с ними. Долина динозавров сегодня же будет нашей! Долина динозавров? Нет, выдвигаться будем завтра, на рассвете. Сегодня надо отдохнуть. Все, расходимся! Придется немного подождать. Я за нужной травой отправил птеродактиля. Но он куда-то запропастился. Надеюсь, он не забыл. Экстремальное приземление. А почему ты без травы? Так и знал, что забыл. Да не до твоей зелени сейчас. Мне срочно нужно поговорить с Т-рексом. Не до моей зелени? Вот значит как. Посмотрим, как ты заговоришь, когда тебе понадобится помощь. Да на нашу долину готовится нападение. Я должен срочно предупредить вожака об этом. А долететь до него у меня уже сил нет. Я так быстро летел, что... Я летал, искал нужное лекарство по просьбе трицератопса. Наткнулся на шайку драконов. Ну, я, естественно, решил... Подслушать. Ну да. Их вожак сказал, что ему понравилась наша долина, и он собирается напасть на нас и захватить. Когда? Завтра на рассвете они будут выдвигаться. Рассвете. Значит, мы не успеем позвать на помощь Драго или Шрама. Спасибо, птеродактиль. Отдыхай пока. И как силы появятся, сразу лети на остров драконов. Гик, пойдем обсудим создавшуюся ситуацию. Трицератопс, пока никому ни слова, чтобы не сеять панику. Понял. Буду нем, как рыба. Что думаешь по этому поводу? Нелегкая задачка нам предстоит.
Одно дело сражаться с динозаврами, а другое с драконами. У них есть крылья и огонь. Мы беззащитны перед ними. То есть ты предлагаешь экстренную эвакуацию? Я бы боролся до последнего, но рисковать жизнями всех жителей долины я не готов. Что ж, соберем собрание? Да, но не всех, а только наш костяк из сильнейших. Как скажешь. Теперь вы знаете, что нам угрожает. Готов выслушать, что вы думаете по этому поводу. Я так понимаю, ты предлагаешь нам всем покинуть долину динозавров и искать себе новый дом, без боя? Я уже говорил Гигу, что готов сражаться за долину до последней капли крови. Но как вожак, я не могу подвергать опасности всех жителей. Силы динозавров и драконов не равны. Нет, я категорически против ухода из долины. Сегодня мы уйдем отсюда, а завтра эти драконы или какие-нибудь другие выгонят нас из другого дома. Мы что, так и будем всю жизнь скитаться? Согласен с Зауроном. И я тоже. Без всяких сомнений, я за битву. Гик, что скажешь? Поддерживаю всех. Тем более, больше чем уверен, что у тебя есть уже план действий. Так? Ну, есть кое-что. Раз мы решаем остаться, то всех травоядных, мамочек, детей и мелких динозавров надо предупредить, чтобы сидели дома и не высовывались. Никого не должно быть на улице. Это первое. Второе. Мы беззащитны. Если драконы будут в воздухе, значит, надо, чтобы все летающие динозавры всеми возможными средствами спустили их на землю. Это могут быть лианы или сети. А наша задача – загнать драконов в воду. Но надо действовать очень быстро, так как огнем они спокойно пережгут лианы. Как-то так. Что ж, будем пробовать. Тогда все начинаем готовиться. Все по местам. Драконы на подлете. Прячемся. Ну, держись!
Надо им замотать пасти, чтобы они не могли использовать огонь и воду их. Только будьте осторожны. Я не опоздал? О, Драго, нет, ты очень вовремя. Ну, как ты здесь оказался? Так птеродактиль прилетел и рассказал, что у вас происходит. Правда, он так быстро летел, что бедняга не может подняться с земли. Его Морис выхаживает. Я понимаю, что ты вожак. Думаю, мне представляться не надо? Нет, я знаю, кто ты. И прошу, отпусти нас. Обещаю, я больше не посмею напасть на долину динозавров. И вообще, мы найдем себе дом, где никто не живет. Даю честное драконье слово. Что ж, я тебе верю. У вас есть пара минут, чтобы улететь отсюда. Уберите с них камни, пожалуйста. Драго, спасибо за помощь. Да вы и без меня прекрасно справились. Но мы не знали, что делать дальше, поэтому твое появление решило исход дела. Надеюсь, птеродактиль быстро восстановит силы и вернется, а то мы без него как без лап. Да, он ваша палочка-выручалочка. Мне пора, Тирекс. Рад был повидаться. До встречи. Чудесного всем дня! Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.